Уважаемый Владимир Федорович, поздравляем вас с избранием председателя Воронежской городской думы 5-го созыва. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые депутаты Воронежской городской думы, благодарю вас за оказанное доверие избрание меня председателем Воронежской городской думы 5-го созыва. Уверен, что Воронежская городская дума 5-го созыва будет работать слаженно и эффективно, а ее деятельность будет направлена исключительно на благо жителей и процветание нашего родного города Воронежа. Я хочу сказать по приезду сразу отвечать сразу много всех правильных депутатов, обязательно шаг был услышан и обещаю, будет хорошая команда. Предлагаю на должность первого заместителя председателя Воронежской городской думы 5-го созыва Провадорова Александра Анатольевича. Если можно, я убедительно прошу, не можно, а убедительно поддержать. На должность первого заместителя председателя Воронежской городской думы. Кто за? Ты подходи к городской думе. Будьте не нужны, я сейчас спущусь. Воздержался. Да, конечно. Принимается. Избрание первого заместителя председателя городской думы оформляется решением городской думы без дополнительного голосования.